Мы вчера с ребятами ходили в баню и как раз в процессе обсуждали, а куда можно было бы сгонять на рыбалку. И я подумал, а зачем ехать на машине, когда у нас есть самолет? Этот самолет, конечно, не предназначен для того, чтобы летать так низко. На такой высоте он потребляет 320 паундов в час. Вот мы сейчас летим на высоте 700 футов. Это очень низко для этого самолета. У нас сейчас скорость 160. Стандартный режим работы двигателя. Кстати, вот этой лодки не было раньше, вижу. Очень крутая яхта пришла сюда.